Благодаря открытой архитектуре робопса Дога может создать дома любой энтузиаст. Разработкой робопса Дога занимались сотрудники Стэнфордского университета из команды Extreme Mobility. Их задачей являлось создание недорогого робота с упрощенной конструкцией. Стоимость производства аналогичных устройств, собранных другими разработчиками, может составить десятки тысяч долларов, а для создания робопса необходимо потратить около трех тысяч долларов. Все детали для Дога любой желающий может заказать на Amazon или eBay. Собранный робопес оснащен ком. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру, ссылка на новость доступна в тексте под видео.